Фотография, собранная из 2500 других снимков. В честь 70-летия Победы красноярцы создали уникальное панно с помощью фотографий военного времени своих родственников. Проект называется «Сражались, верили, любили». Где и до какого числа можно полюбоваться результатом, расскажем прямо сейчас. Вот мой дед, Лагут Андрей Захарович. Надежда Воеводина нашла 4 родных лица в мозаике портретов военных лет. В прошлом году газета «Городские новости» объявила о сборе фотографий. Тысячи людей отозвались и отправили снимки, затем их обработали в специальной программе. И вот, спустя 7 месяцев, панно украшает город. Если наблюдать издалека, видно фото регулировщика танков, а вблизи можно рассмотреть лица героев. Мы начали этот проект в ноябре, и за первый месяц мы собрали уже почти все необходимое нам количество. А потом, когда мы сделали пробный экземпляр баннера, мы поняли, что фотографии слишком большие, крупные, да, и в единую фотографию это сливается при отдалении на очень большое расстояние. Было принято решение увеличить количество фотографий, которые нам необходимо для проекта. Итого более 2500 портретов. Здесь и ветераны, и дети войны, и труженики тыла. Василиса Игнатьевна не без гордости узнала на плакате себя. А в 14 лет я уже на токарном станке работала. Нас отправили сразу, хлеб ешь, а какой хлеб? Вот такой кусочек ели. А если не возьмешь сразу в руку, кусочки раздадут, то мальчишки возьмут, отберут. Увидеть результат акции под названием «Сражались, верили, любили» пришли глава города Эдхам Акбулатов и председатель горсовета Валерий Ревкуц. Мэр назвал проект поистине народным, ведь Великая Отечественная война коснулась каждую семью. Здесь, я думаю, что каждый может найти много знакомых людей, которые либо были активными общественными деятелями, либо являются сейчас в городе Красноярске, либо родственники. Ну, я 4-5 лиц уже обнаружил. Я думаю, что если приглядываться, можно посмотреть и увидеть больше количества. Есть строка, где написано, что мой отец Ревкуц Александр Иннокентьевич погиб 3 марта 1942 года. Очень короткое слово. Убит. Сообщить туда-то, туда-то. Но, слава богу, папа вернулся с войны живым. В 47-м году родился я, в 50-м году родился мой младший брат. Ну вот, такое счастье, видимо, выпадает. Панно напечатано в 8 экземплярах. Кроме театральной площади, результат представлен на Мемориале Победы, стеле 30-летия Победы, в Гвардейском парке, на площади Свердлова, возле ДК 1 мая и Гордыка, а также в парке имени Гагарина. Баннеры будут выставлены до 11 мая. Василиса Лукашевич, Евгений Чудин, Андрей Сенченко, Новости ТВК.